тренер. Что да, вы просто... делаете? Нужно согласие ГЭСа. Да какое согласие это нам надо? Скажи мне. Ты... Такое сейчас. Согласие, мы без них ничего не сделаем. Если мы сделаем, нам письма не купят. Ну сейчас подождем, сейчас этот... Паша тебе звонканет. Сейчас узнаем по поводу всего этого говна. Все, что... Знаешь, что... Ему... Узнает, куда его переправят. И мы, короче, будем готовиться. Паша... Ему он все равно хотел уже выходить по СЖ. Так что... Так Пашу из тюрьмы выпустят. Правильно, потому что их всех отпиздим. Не надо ничего делать, Пашу из тюрьмы выпустят. Кто его выпустит? Осборн, самолично? Еще извините, я так и вижу. Нет, его выпустят наш ГЭС. Противник близко. Охраняйте химконтейнер. Устраните угрозу. Прекратить все действия. Макс, вот 100% крыса. Максик, Максик. Жив один оперативник. Как заебал мой провод, охраняйте, почему он так сгибается, как ёбнут? Сейчас все будет, сейчас все сделаем. Все оперативники мертвы. А если ГС нет в сети, а нам это надо сделать срочно? Пишем Артему, пишем Жене, пишем Налёту, Фарбору. Короче, за ГСу, окей. Так как у меня вообще расследование стринг-аккаунтов, это вообще по сути метагейминг, блядь, чисто воды. А, то есть это еще и стринг-аккаунт всё делает? Подожди, он меня в нон-рп-чат спрашивает, блядь. Теракт будет в 8? Я не понимаю, подожди. А кто мог из наших? Из наших, по сути, из конференции старший состав. Никто не мог скрыть, типа. Ну, скорее всего. Ну, блядь, мне кажется, админ. Кто-то из админов сказал госадминам, что у нас такое мероприятие. Ну типа, почему они получают информацию из ООС и применяют ее в ИЦ, я не понимаю. А что ты такие пришел? К обороне. Враг не должен обнаружить химконтейнер. Ой. Дима Котов, это кто, кстати? Это наш ДГС. Ник его. Так он мне Касану. А, этот. Пошел к СЖ. Парис Сен-Жермен. Разведбот врага нашел химконтейнер. Прикольно. 10 секунд. И вот ты что, не убивай! Есть 5 секунд. Разведбот противника обнаружил контейнер. Какой-то, блядь, адвокат, хуй пойми, пришел я. Говори мне, у меня свой адвокат. Да, скажу, у меня свой адвокат, меня не устраивает. Тебе, кстати, что предъявили? А, все. Он диктовал какие-то. 3.6, 3.228, блядь. 3.6. А ваша посмотрели? Смотрим, 3.6 статья. Где тут кидали-то? ЧК онлайн. Не, там не 3.6, там что-то, ну, в общем, я тебе говорил, там 3 точка что-то. Я курить ходил. 32 или 31 еще какая-то статья. 25. Но это не 40.
что? То есть на тебя сделали облаву, да? Ты можешь сейчас повторить статьи? Я не помню, они очень далеко в чате, они давно было. А что вы делаете? Габла. На кого? Ух, 3-6, если 3-6, то это у тебя... Блядь. Ложный вызов сотрудника полиции? Блядь, гандоны нахуй, что вы нахуй делаете? Факт, да ничего, забрали меня, заебал. Только тебя? Да. Что, звезд? Меня не посадили, меня допрашивают, они ебут холодно. Я какого мы варвим тебя? Случайно я не фейс 2, фейс 3? Ой, фейс 2. Не помню я. Фейс 2 это сбыт и распространение приобретения наркотиков материалов. Да, да, значит она. Они не нахуй. А шо с Аней не в дискорде первый раз? Это шо так? Боря, не делай одинаковые. Да блять, у меня закрыли тему. Не надо делать. Ваги зовут. Типа закрыли, так закрыли. Перенести, сказали, в ваги или недорого. А, окей, все, окей, все понял. Тогда ладно, тогда ладно. Поражение. Это раскопировать? Раскинь, пожалуйста. Тупо не пашу. Кого позвал? Ну, собираешь кого-нибудь? Так, он мне скинул скрин, где я пишу, нам нужно вычистить общак, мы берем все, что там есть. Я говорю про патроны и наркотики. Он мне скинул вот этот скрин. Да это УЦ хуйня, какой скрин это, блядь? Что? Нет, я написал, он скинул, я написал его. Скрин? Да, я написал это типа в РПЧ. Это, блядь, не доказательство нихуя, блядь. Он должен тебе сказать, где он расставляет камеры прослушки. Он должен-то все отыграть, во-первых, как они, блядь, жучки установили. Где это? Где ты скинул? И тебя ты скинул. Да-да-да. Он мне скинул сейчас. На момент, как это ты говоришь, должны быть расставлены жучки и прослушки. Я скинул скрин сюда. Все должно быть открыто. Клипнул, блядь. Да мне похуй, кого я там ливнул, я занят. Говна поели, как обычно. Охраняйте заряды. А, охуенно. Еще и Хэнк Маграм посадил игрока, ему вот такая гибель. Это ЛУЦ ебаная, это нахуй хуй так, короче. Это не является никаким прямым доказательством, блядь. Это не оформлено в виде ЦЦ. Это вообще никак не оформлено. Жучки, у них... Да, они даже не отказались этот, в форуме делать доказательства, да, просто да, потому да, что идите нахуй. Это полная ЛУЦ.